Привет, друзья! Все же любят огурчики соленые, малосоленые, но на приготовление уходит уйма времени, а я нашел альтернативу. Сегодня мы готовим малосоленые огурцы в пакете. Да-да, именно в полиэтиленовом пакете. Готовится быстро, но при этом очень вкусно. Ну что, поехали! Для этого нам понадобится укроп, огурцы, специи, смесь перцев, гвоздика, перец горошком, чеснок, соль и сахар. Давайте приступим. Первым делом мы берем огурчики, разрезаем, удаляем вот эту часть и разрезаем пополам. Смотрите, какие молоденькие, вкусные. Вот, убираем в пакет сразу. Так, разрезали. Вот, посмотрите, у нас получилось. Теперь, далее мы берем укроп и режем его. Отличненько. Убираем в пакет. Так, давайте еще немножко возьмем укропчика. Вкуснее будет. Так. Далее берем чеснок. Режем его просто на такие вот дольки. Можно, конечно, покрошить еще. Но я люблю, когда крупненько нарезано. И тоже все добавляем в пакет. Так, теперь пакетик берем сюда. Добавляем туда соль. Хорошенько надо посолить. Так, достаточно. Немножко сахарка. Сахар. Смесь перцев. Чуть-чуть. Гвоздику. Парочку. Даже давайте штуки три, наверное, достаточно будет. Отлично. Перец горошком. Теперь берем, закрываем пакет, чтобы в пакете остался воздух. Плотненько закручиваем. Делаем вот такой вот узел. И хорошо взбалтываем это все. Хорошенько взбалтали. Теперь убираем в холодильник на 2-3 часа. Каждые 20 минут взбалтываем. Погнали. Вот и прошло 1,5 часа. Посмотрите. Дали сок, огурчики. Давайте разрезать. Смотреть, пробовать, выкладывать. Аромат стоит просто фантастический. Берем тарелочку и выкладываем все на тарелочку.
Обалденно. Убираем. Малосольные огурчики готовы. Если данный рецепт вам понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал «Игра вкусов», делитесь этим рецептом с друзьями. Пока-пока, приятного аппетита. Давайте будем пробовать. Кстати, очень вкусно. Хрустящее. Изумительно. Рекомендую.